Зашел в универмаг, там, извините, трусы продают. На прилавке целая гора. И что интересно, на каждых впереди имя написано. Коля, Жорик, Василек. Один мужик даже нашел с надписью «Хайрулла Абдуллаевич». Радовался, как дитё. А чё, очень удобно. Проснулся и сразу прочитал, и знаешь, кого разбудили. Я нашел себе с надписью «Лёшенька». Завернули мне эту покупку, передали на кассу. Подхожу к кассе, кассирша говорит: «Вы у нас тысячный клиент, поэтому делаю вам скидку». Я сказал спасибо большое, заплатил, взял пакет и пошел домой. Пришел, разворачиваю, а на кассе пакеты подменили. Там женское белье. Размер просто нечеловеческий. 6XL. Пошел поменять, прихожу к кассе. «Девушка, сегодня утром я у тебя оставил свои трусики». Народ в магазине замер. Уши навострили даже манекены. Кассирша на меня глазки выкатила: «Ничего у меня сегодня утром не оставляли». Я говорю: «Ну оставил, ты вспомни. Ты еще сказала: мужчина, делаю вам скидку. Вы у меня тысячный клиент». Народ в зале зааплодировал. Рядом с кассой протирала пол уборщица. Она выронила швабру и удивленно сказала: «О, Танька дает! Тысячный клиент! А я смотрю, что она все время сонная ходит». Кассирша Таня пошла синими пятнами: «Бабзин, вы че? Да мне до тысячи еще, ого-го! 983 человека». Старичок в шляпе успокоил: «Ничего, девонька, какие твои годы, наверстаешь». Мужчины в магазине стали кричать: «Наверстаешь, наверстаешь, поможем, поможем». Говорю: «Бабы, мне бы на счет». Бабзина говорит: «Цыть, ходок, это ж надо, ну 500 мужиков, ну 600, это я еще понимаю, ну 1000, даже в уме не помещается». Хайрулла Абдуллаевич тихо сказал: «Зачем критикуешь? Девушка молодец, передовик производства». Женщины в зале зашумели. Все сошлись на том, что по нашим временам 1000 мужиков одной – это действительно уже хамство. Бабзина никак не могла успокоиться и взяла меня за галстук. «Вот ты скажи, ну где у мужиков глаза? Ни рожи, ни кожи. Вся кривая, косая». Кассирша Таня стала оправдываться: «Бабзин, когда у девушки ни рожи, ни кожи, это теперь называется гламур. А что кривая, косая, так я еще не сформировалась». Я говорю: «Солнышко, верни мои эти самые, Лешенька, и формируйся дальше». Бабзина говорит: «Рот закрой, тысячник. Это ж надо, скидки она делает. Ха, мы в молодости, конечно, не без этого, но чтоб за деньги». Такого даже в мыслях не было. Магазин замер. На бабку, которая в молодости о деньгах не думала, смотрели как на дуру. Даже манекены. Люди стали кричать: «Верни мужику белье, дело к зиме». Кассир шарет: «Ничего он у меня не оставлял. И вообще это был не он». Женщины в зале заволновались: «А кто был, кто, а? Ты вспомни, а кто? Может, мой? Косой такой, Альбертик. Я его прям тут грохну». Народ в зале подхватил: «Грохни, грохни, поможем, поможем». И тут со склада пришла продавщица. Говорит: «Ой, как хорошо, что вы пришли, извините, мы ж поменяли». Вернула она мою покупку, я ее открыл, мои, точно, Лешенька. Она говорит: «Вы у нас действительно тысячный клиент. Вот вам подарок, путевка в Сочи в августе». В августе захожу в самолет, Москва-Адлер. Кассирша сидит, Таня, та самая. И я вам скажу, за лето выровнялась значительно. И практически сформировалась.